христианов в виде облака, вот при Моисее. Моисей разговаривал с Господом, Господь был тогда в облаке. Может быть, это имеется в виду? Так, еще? Да. Я думаю, что он всегда был, вел их ночью в облаке. И днем в облаке вел их. Постоянно был с ними. Да. Ну и так? Я прослушала, что вы читали вначале. Первый стих, повторяю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». Ну, во-первых, какое облако и какое море? Про какое море и про какое облако говорит апостол Павел? Что читаете? 10 глава, первое послание апостола Павла Коринфянам, первый стих. Есть? Да? Ну, когда Господь выводил евреев из Египта, то они прошли через море. Это их не было крещение. А в воде шли они через... Они всегда... шли-то по пустыне, до моря-то еще это надо было идти. 40 лет. Нет. А когда они выходили, море-то раздувилось, и они прошли, они же проходили. До моря-то они шли еще по пустыне. Днем они шли под облаком, а ночью огненный столб освещал им. А еще присутствие Божье всегда было в облаке и в огненном столбе ночью. Да. А здесь море, конечно, черное море. Да. Они вот прошли через это как посоху, путешествовал. Ну еще, да. И еще это облако, оно всегда сопровождало людей. Ведь смотрите, вот когда Соломон построил храм, то Господь как вошел в храм? Облаком. А на Фаворе как явился Господь? Опять же, облаком. То есть всегда в облаке. А как в жизни мы это видим? Вот сегодня рассказывал Игнатий Тихонович, помните, крещение у нас. Он рассказал только про одно крещение. Это Валентина, Сартисон и Тамары. Что было? Облачность. Вот такая была облачность, и вдруг вот как раздвинула. И мы это наблюдаем всегда во время крещения. Это не один раз вот только было. Мы всякий раз. То есть облаком является Господь. А Господь вознесся как? На облаках. То есть оно всегда придет как? Тоже на облаке. На облаках. Так что облако — это большой знак. Да. Он даже как бы символизирует присутствие Господне среди нас. Не знаю, я вот лично пасмурную погоду больше уважаю. Я себя чувствую лучше, чем вот когда солнце палит. Я себя чувствую хуже. Что нам Феофилакт Болгарский предлагает в толковании этого первого стиха? Перечисляет, скольких даров удостоены были иудеи от Бога. И объявляет, что и после этих даров многие не угодили Богу. Говорит же это с целью доказать, что как иудеям не послужило в пользу получения обильных даров, тогда как сами они не выполнили своего долга, так и вам не принесет пользы то, что вы уверовали и удостоились духовных таинств, если вы не представите себя достойными благодати Божией. Все были под облаком, выделено, ибо Бог простер облако покровом над ними, и они прошли через море. Исход, 13 глава, 21 стих, 14 глава, 22 стих. Как к нам касается это толкование, этот стих? Мы всегда говорим, что Слово Божие живо и действенно во все времена. И что апостол Павел написал это не только Коринфянам, это он к нам написал, в нашу крестово-надвижническую общину, до каждого присутствующего здесь и не присутствующего тоже. Как к нам это касается, то, что мы сейчас прочитали? Мы под облаком? Да. Под облаком благодати Божией всегда. Господь нас хранит еще до сих пор. И у нас над нами мирное небо. Пусть оно будет облачным, но пусть оно будет мирным небом. А там вот, где проливается кровь, это уже страх. И люди, которые
уходят из этой земной жизни. Есть самое страшное, что они уходят, многие из них, оставшись неверующими. Или не познавшими истинной веры. Вот что самое страшное. А еще страшнее, когда мы познали истину, а потом говорим, что мы ее не знаем, что мы отрекаемся от нее, что мы не православные, что находим другое православие. Так что вот это облако, оно должно сопровождать нас всю жизнь нашу, до скончания нашей жизни земной, до скончания нашего века. Поэтому страшно потерять эту благодать Божию и оказаться не под облаком благодати Божией. И мало этой благодати, надо еще и свое усилие прилагать к тому, чтобы оставаться под этим облаком. Стремиться под это облако, под его защиту. А если не будешь прилагать усилий, то окажешься вне этого облака, далеко уйдешь в сторону. Еще есть? Да, мысли? Можно добавить. Вот облако ведь разное бывает. У нас вот часто бывает в жизни наши, скажем, попечения, и как бы мрак сгущается, и это тоже ведь облако житейских попечений. Его тоже надо уметь отличить. Оно всегда то подавляет это облако, и облако божественной благодати, они разные. Это облако разрушает, подавляет, и даже ну, мы чувствуем, когда у нас тревога появляется, вот эти житейские наши заботы, они всегда оттягивают вот от этой божественной благодати. Вы правильно, охарактеризовали, прилагательное употребили, мрак. 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 Вот когда это житейских мрак, это и тревога. Есть другое. Да. Да, благодать Божия, она всегда, когда Дух Божий нас побуждает к молитве, это касается нежно, ласково, как тихое веяние ветра. Да. А когда это противоположное божественному, тогда это всегда вселяет страх, смятение, недоверие. Всегда отрицательные эмоции возникают в нашем сознании, в нашем сердце. Всегда это сопровождается вот противоположным действием. Второй стих 10 главы 1 послания апостола Павла Коринфянам. «И все вы крестились в Моисея в облаке и в море». Ну, речь идет об Коринфянах. То есть вместе с Моисеем были под сенью облака и вместе перешли через море. Ибо когда увидели, что он первый переходит, тогда и сами смело пошли среди вод. Подобное сему и у нас. Первый умер и воскрес Христос. Потом и мы уже крестились, подражая смерти его через погружение в воде. Выделено жирным шрифтом написано. Через погружение в воде. Баптизанты. Что такое баптизанты? Баптизанты – погружение. Именно такое слово и есть Иоанн Креститель, по-английски Джон Баптист. Баптист, кто первый был баптистом? Иоанн Креститель, баптист первый был. Он был первым баптистом, погружателем был первым. Его в водах крестился Иисус Христос тоже, баптист. То есть от слова погружение. Это в русском языке мы крещение. Но мы должны соответствовать этому названию, потому что крестные муки Иисуса Христа, они нас приводят к тому, что мы жизнь должны нашу, соответственно, нести. И нести с благодарностью все жизненные наши невзгоды, равно как и Христос претерпел за нас. Тогда будем соответствовать, что мы взяли этот крест свой и несем его. У каждого свой крест, и его заменить на другой меньше или больше невозможно. Больше возьмешь, не понесешь, а меньше он тебе тоже будет не по плечу, тоже будет мешать, он тебя не спасет. Поэтому крещение – это вот только в русском языке такое, а в других языках это другое. То там именно вот так и есть. В английском это баптист, Джон Баптист. Через погружение в воде. И воскресение через восхождение из нее. Крестились в Моисея. Это значит,
Он предшествовал им в образе крещения. Ибо нахождение под облаком и переход через море преобразовали собой крещение. Правильно вот сказала сестра о крещении, когда они проходили через Черное море под облаком. Что можно добавить к этому? Или как-то к себе применить эти вот, этот стих и толкование, которое мы прочитали, изложенное Филактом Болгарским? Ну, сегодня уже мы говорили по поводу крещения. Игнатий Тихонович говорил, что многие события, они становятся знаковыми не только в отдельной личности, а даже для целой общины. То есть это ведь большие у нас изменения произошли вот в связи с тем, что люди отошли. Целое крушение в семье происходит. Не в одной семье даже, в наших общинах это наблюдаем мы. Вот человек, да, принял крещение, и вот тебе раз, и падает в обморок. Но это вот не случайно. И потом вот все это через многие годы. Но сатана, если зацепил один раз на крючок, он будет тебя держать. Поэтому всегда нужно помнить об этом крючке, на который ты попался. Так, прошу. Да. Даже имеет значение, даже с каким настроением человек принимает крещение. Если его тяготит что-то в это время, да, скорбное лицо, как Игнатий Тихонович сказал, скорбное лицо было у человека, и то это как-то откликнется впоследствии, где-то это скажется. То есть зависит, как ты принимаешь эту благодать, с раскрытой ли душой, как бы, всем сердцем, или же как-то что-то внутри тебя, недовольность какая-то, какое-то недовольство, что-то не так начинаешь замечать или что-то. Как это вот понять? Может быть, кто-то расскажет, как он принимал, с каким настроением, как вот это происходило? Мне... Я не могу рассказать, потому что это было в глубоком младенчестве, это было месяц мне, поэтому не могу рассказать о своем крещении. Кто принимал уже в взрослом состоянии, рассказывайте. Ну, я вот здесь вот, я недолго ходила на занятия, и меня как бы вроде сразу допустили до крещения. Но у меня страстное желание было креститься. Я больше ничего не знала, чего добиваться мне. А вот у меня вот крещение впало в голову, надо срочно креститься. А причина, почему нужно было креститься? Чтобы болезни отстали, нет, чтобы дети были умные, или еще какие причины были? Грешная такая. Потому что боялись... Попасть в ад, потому что боялись греха. Тогда даже не боялась, у меня еще страха не было. Я еще мало знала совсем. Ну вот. Я в сектах не была, я, в общем-то, Евангелие совсем не знала. Но желание такое страшное было. Я думала, не допустят. А тут надо же, и еще говорили тогда, как раз водой обливались по Теряевке-то, вот это вот было. И вы мне тоже говорите... Вы как раз в этом составе были, где их принимали крещающихся. Я говорю, а я тоже это обливаюсь водой. Церковно-приходской совет. Ну, там по Теряевке уже. Да. Я тоже обливаюсь водой. Ну, дома. Я нигде ни в Ивановском не хожу. Так, нужно разделить, что сейчас речь идет о крещении, а это просто обливание водой. Кто-то вот соследовал. Нет, и потом вот это меня допустили. Меня думала, я из-за этого меня не допустят. Как допустили, у меня такая великая радость была. И мне сказал, надо было скорее к батюшке идти, это, исповедоваться. Мы же написали там много, петиции целые перед тем. И вот у меня впало в меня вот это, скорее к батюшке надо попасть. А потом уже, когда меня покрестили, уже погрузили, покрестили. А я помню, Татьяна Кузьминична у меня уже была крестная. Она меня сам помогала по этой дорожке-то идти, по дощечной, по мостикам. А я все говорю, Господи, помилуй, Господи. А Татьяна мне говорит, да хватит уже. А я больше ничего не могу. Я вот это запомнила, у меня больше ничего не могла говорить. А батюшке-то зачем бежала-то? Исповедаться. Вот. Главное, это мысль-то, слово-то какое главное-то? На исповедь. Да. Что грехи томили. Да. Так ведь? Да, конечно. Ну вот, это самое главное, что грехи томили, что бежала на батюшку. А то посмотреть на батюшку, что ли, бежала? Нет, не говорила, что не посмотреть на батюшку, а именно исповедать свои, да, грехи. А потом уже, как покрестили, как вот
не знаю, я в чем, каком состоянии была. Я только помню, я говорила: Господи, помилуй, Господи, помилуй, когда уже покрестили меня, уже на берег пошла. Ну, это вот и есть проявление страха. Вы его просто не осознавали, не формулировали. А если грех, он тяготит тебя, значит, страх вот есть, это уже это проявление страха и есть, если он тяготит тебя, понимаешь? Я даже не помню, зачем я это повторяю. Что за это последует наказание, атом или что, и вот это еще осознания не было, но... Осознание греха уже, осознание наказания за грех уже было, присутствовало. Пусть оно не сформулировано было в слове. Ну, так там ведь? Не осознать греховность свою невозможно было. Какой мы жизнью-то жили? Какой я жизнью жила? Как не осознавать? Но тем не менее, подспудно вы, каждый человек понимает, тем не менее, вы что же не уже слышали до крещения о том, что есть ад, что есть рай, что наказание существует. Еще, ну, тем более, значит, что же? Конечно, это все было уже. А в 96-м году крестилась. Столько нас много было, что-то мы крестились. Очень много нас было. Можно добавить? Да. Вот у нас особое крещение в 96-м году было. Вот так же, как всегда, облаками было затянуто. Мы когда шли, я все ждала: Господи, ну неужели вот не расступится свет твой на нас, не воссияет? И вот мы когда к крещению-то начали опускаться, и вот так вот облака расступились, и яркий свет вот так вот полился тоже. А когда покрестились, вода окрасилась в красный цвет. А почему никто не говорит, яркая красная вода была? Это вот я не помню. Вот хоть и говорят, что там красная глина, но я сколько в лагерь ездила с детьми, сколько мы купались, они там никогда барахтались, и все, никогда вода красная не была. А в 96-м году красная, как будто мы в крови Христа крестились, вот действительно, ни разу я больше не видела. Вот, хоть кто крестился, ни разу не видела. Что, а в тот год было. В красную воду? Красная она окрасилась, как мы все покрестились. Вот. А после под конец уже, да, вот уже под конец она была красная вода. Ну это тоже знаковое событие, что она красная была. Может быть, придется мученичество принять. Лена, научи дочь пользоваться книжками аккуратно. Я даже не помню, что солнце засияло. Вот, я полностью в этом была. Вот покреститься, вот так, скорее покреститься. Вот так, пальчиками. Я тоже от волнения ничего не помню вообще. То, не то, что не помню, а как бы... Как будто в каком-то полусне было. Вот когда после крещения... Да и до крещения тоже. У меня состояние какого-то полусна. То ли мне казалось до этого, мне казалось, это такое событие, да. А когда все это событие началось, у меня как будто сон. Я просто вижу и присутствую, все. Но радость была необыкновенная, это да. Радость, благодать Божия. Я хочу сказать, заострить на чем внимание, что вот разное состояние человека зависит от того, насколько открыто сердце. Вот стакан, если его вот так вот полностью поставить, вот так вот, и наливать в него, то будет наливаться полностью, да? А когда вот чуть-чуть под струей вот так вот на бок наклонишь, попадать будет часть этой струи только. А если перевернешь стакан полностью, ничего туда не попадет в этот стакан. Так и душа наша, если она будет открыта, она будет наполнена благодатью полностью. А если есть сомнение, если есть там вот на лице нарисовано, что есть сомнение, если ты с каким-то мрачным лицом принимаешь это крещение, ну, естественно, либо туда частично попадет, либо вообще ничего не попадет от благодати Божией. Все зависит от того, благодать-то Божия, она наполняет тогда открытое сердце. И Бога где нет? Бог вездесущий, а где нет Бога? Сердце не раскаявшегося грешника. Там нету, потому что этот сосуд закрыт, он перевернут. Не принял его. Да, и не принял эту благодать, этот дар Святого Духа. Четвертый стих. А почему четвертый? А, третий, четвертый тут подряд. И если и все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Как интересно, выражение-то какое. Пить из камня. Ну попробуй, напейся из камня. Это только в сказках мы читаем в некоторых, что вот власть там такой, что он сжал камень в кулаке, и из него потекла вода, да? Что из камня можно выжать воду. Но таким камнем является Христос, из которого, оказывается, и вода истекает.
Надо вспомнить, за что Моисей не вошел в обетованную землю? Усомнился. В чем усомнился? Что вода потечет? Неужели из этой скалы потечет вода, да? Нет. А как? Он сказал, неужели нам не дать эту воду? Он, то есть он не Бога возвеличил славу, а именно свою славу тут явил уже. Он сказал, нам не дать воды вам из скалы. Он не сказал, что Господь вам даст сейчас. Там, так, не помнишь это место? Неужели? Числа. Неужели из этой скалы? Так, принесите, пожалуйста, Библию. Исход 17.6, посмотрите, вот тут предлагает его. Хорошо, хорошо. Как они приводили из твердого камня, почему 17.6? Это происходит, конечно. Ну, большую-то Библию-то принесите из храма. А там такой нету Библии. А, там есть, да, это... Так, читаем пока толкование. Еще раз стих 3-4. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Толкование. Как мы по получении крещения вкушаем тело владыки, так израильтяне по переходе через море кушали манну. Исход 16.4.15. И как мы пьем кровь владыки, так они пили воду из твердого камня. Исход 17.6. Называют манну и воду духовными, потому что они, хотя были чувственные, но происходили не по закону природы, а по благости духа, и питались телом и души, и приводили к вере. Что касается пищи, то не требовалось никакого подтверждения, ибо необычайность ее сама собой очевидна. Но относительно питья нужно было подтверждение, потому что необычайен был только способ изведения оного. Поэтому и говорит, не природа камня дала воду, иначе он источал бы ее и прежде, но совершил все иной камень, именно Христос. Словом последующего выразил ту мысль, что Христос всюду был присущ им и все чудеса совершал. То есть сам Христос совершал эти чудеса. Так. Исход 17.6. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и посох твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку свою и пойди. Вот я стану пред тобою там, на скале, в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей на глазах старейшин израильских. Так, а где та мысль, о которой мы говорили? Ниже еще, посмотрите. Потому что это же не сразу тут идут. Больше. Еще в другом месте, там, где возрождали, пить стали просить. Игорь Тихонович, в каком месте Моисей-то, когда ударил по скале, сказал какие слова? Что неужели... Неужели это из этой скалы? Из этой скалы, да. Пять слов, которые не дали ему возможность войти в Вот мы об этом говорили. Вот эти пять слов. Ну, можно думать, что причина не эта. Но 105-й псалом опровергает. Он говорит, а Моисей погрешил устами своими. Не рукой, не жезлом, а устами. Поэтому за этим делом смотреть невозможно. Всякое естество зверей и птиц укрощается, а язык укротить никто не может. Язык.
как надо учить этому. Вот, вот мусульмане это поняли, женщины ни слова, а выше. И то еще сколько они бьются. Ну, сейчас у них тоже эмансипация идет. Ну да, пакость всякая тоже гнездится. Я вот сижу и думаю, интересно, как вот по наследству все передается божественно. Стрекоза не думает, как дитю своему дать крылья, как все остальное заложено в ней. И в человеке также заложено. Он не думает, зачнется и все. А в духовном плане, верующий ты, неверующий, вот это вот уже сколько раз ты считал. Сейчас ищешь, а совсем не в том месте ищешь-то. А ведь ты прекрасно знал, где это есть. Вот почему повторение, мать учения, то есть ты к матери все время должен обращаться, дитё. Это отсюда даже из поговорки можно выйти, никогда не забывая родителей, ты много можешь научиться. И поэтому все время надо учиться. Вот вчера пришел Алексей, у нас электрик здесь, и до этого проверяли электрики, посмотрели, все нормально, записали нормально, все, и пломбу отрывает. Я говорю, вы что делаете, пломбу отрываете? Да какого у счетчика кончился срок? Какой срок, когда он работает-то? Ну, надо новые ставить. Но я говорю, я понимаю, лоббируйте чужие интересы. Кто-то там выпустил, никто не берет, а мы сделаем. Ну, тому заплатили 1,5 миллиона, он теперь везде счетчики гробит. Покупайте новое. А тому это выгодно. Это лоббирование чужих интересов. Они стоят. Это. Ну, это уже понятно. И компьютеры также везде. Ну, как же мы теперь? Ну, это можно, конечно, отремонтировать. Это не отремонтировать, а проверить. Вот Алексей вчера пришел, выключил. Выключил, но перед этим оповестили нас, и чтоб там компьютер, мы все убрали. Ну все понятно. Я что, разве не понимаю, что без электричества компьютер не работает? Но я на компьютере не хочу работать, но у меня время на компьютере. Выключено, все у меня выключено. Я лампочки чакнул вперед, эти счетчики, эти выключатели, что загорится сразу. Ясно, что нету. Я об этом уже забыл и подошел. Тысячу, надо открыть, сколько мне времени-то. На электричество-то нету. Батюшки мои. Теперь сюда подошел, сюда к ним заходить, и стою тоже на дверях и давлю. Ну, электричества-то нету, опять забыл. Да, ограду-то прошел. То есть я не забыл, но связать свой звонок с этим-то никак. Маленько погодя, Володя то же самое. Тоже, он-то уже, кажется, что ему не помнит. Ой, да я и забыл, что... А раньше было безошибочно. Подошел в дверь, постукал, и я рядом. Думаешь, вот электричество-то как все? И кроме того, память-то какая. Все это забываешь и забываешь. Он только что выключил, я видел, как он выключил, свет погас. А я хожу и давлю на мертвые предметы. Я стал дальше размышлять над этим и подумал, вот то, что касается плоти, вот здесь вот, передавать по наследству, мураш, там, мышь, все передадут, точно скопируют. Здесь нельзя скопировать. Бог дал труд. И постепенно все время эту программу стирает, больше не вмещается, опять стирает, опять запоминает. Это труд. Поте лица твоего будешь счастлив. И вот здесь точно так же. И на этом компьютере, и в этой лампочке, и везде заново надо трудиться, помнить, покупать, идти. Это в исполнение той заповеди, которая делается. Я хочу сказать, Игорь Алексеевич, нередко, но когда начинается наше собрание, и мы говорим, казалось бы, об одном и том же, и вот начинается ропот. Опять одно и то же, каждый раз одно и то же, все уже надоело нам это. Вот надоело, надоело, а отпадать-то отпадаем. Вот оно надоело. Я покажу сегодня, я коснулся. Нет, я еще хочу сказать, что Матерь Церковь Божия, Церковь Христова, она именно как Матерь наша, потому что вот этот церковный круг чтений, он вот возобновляет, казалось бы, тоже, об одном и том же. Священное Писание одно и то же каждый раз с первой главы и Матфея, и пошли дальше, и читаем, и читаем. Оно необходимо, потому что память наша, она имеет свойство забывать. И это прекрасное свойство. Если бы мы все запоминали, то никакой бы памяти не хватило бы на компьютер. Если мертвецы не гнили, то живым негде было жить. Да. Это понятно, но у нас на собрании не одно и то же. Вот я сегодня посмотрел, не 9, а 12 тем коснулся, которых никогда я не трогал. Это необходимо. Я сказал о знаковом значении крещения. Никогда не говорил, почему я сам как бы открыл это дело. Как это одно и то же? Никак, совсем даже не одно и то же. Коснулось даже перевода, нет, найти телефон. Это нам срочно нужно было. Тоже никогда этого не было. Я по порядку
беру, какие я моменты касался, этого не было никогда. Это не одно и то же. Это тому, кто вот так только сидит, одно и то же. Повторяю, все дела, какие я поднимал сегодня, все были не были они никогда. Они просто были необходимы. Когда мы зачитывали, кто как обратился к Богу? Никогда. А сегодня мы зачитывали. Зачитали, Игнат Тихонович. Ну, может, когда-то там считали одно, другое. Так, это конкретно по делу, о беде. О беде. Человеку все нравится, все. Раз, бросает, все, нигде ничего нету. Объяснения никакого нет, беснования. Только беснование можно объяснить. Нигде, ни лучше, ни хуже. Он через борт прыгнул в море. Ну, что можно объяснить? Ну, разбежался и прыгнул, и утонул. У него что-то против имеешь? Нет. Ты пошел туда, это лучше. Да даже сравнивать не, даже сравнивать близко не с чем. А зачем пошел туда? Не знают. И те, которые ушли-то перед тобой-то, все до одного погибли. Ты посмотри на них. У тебя столько вложено труда, столько ты получил, пил, ел, причащался, и даже до свидания священнику не сказал. Да какой же человек-то? Где-то он был бы, 100 лет его никто не знал. У нас не может, он рано или поздно вылезет. Он вылезет и сделает такую бяку. Почему? Он не может удержаться, потому что другая среда совсем. Надо все время работать, мы призываем, там на благовестие идем. А в церкви-то никакого нет. Зашел, вышел, нет, его никто не знает. Вот я скажу священнику, кого ты из этих знаешь, ни одного не знает. А давно ли они были здесь, он не знает. А придут ли когда? Он ничего не знает. Он проворачивает и проворачивает эту молотилку. Вот я сейчас накопировал, крещение идут. Батюшка стоит, бормочет там, а там люди стоят с детьми между собой разговаривают. Никому ничего не надо. Теперь он подходит, что печать дара Духа, печать дара Духа. Он даже не знает, что печать дара Духа Святого. У него слова-то не выговаривается. И ни один человек ничего не знает. Ни один. Главное, поскорее бы поп закончил, а ты и все. Да как быть, как не быть сектантству-то здесь? Когда это уже поместил сектантское, когда заходит в воду, спрашивает, исповедует, он говорит, крестит, крещаю во имя Христа, во имя Отца и Сына. Это православное исповедание. Не опрокидывали бы на назад, были небриты, имели священство. Даже вообще сказать не о чем. Разительное, близко даже не похоже. Я говорю, об этом говорил вот так потом, не было, я впервые перетащил это, показал сравнение. Батюшке все показал. Он говорил, там в Знаменском был. Священник, 35 лет, наизусть все знает. И стоит в храме, и он не может понять, что он орет, диакон. Я ни одной их тени не мог понять, говорит. Он не в Знаменском, он в Ростовском был, на Спартаке. А, вот. На Спартаке, там на площади. Больной. Дмитрий Ростовский. Дмитрий Ростовский. Ну, это я произнес неправильно. Нет, там больной. И при том, что священник-то, говорит, старается, что-то там понял. А хор вообще ничего не понятно. Что тут говорить? Как не быть сектантству-то? Вчера смотрел, 52 человека сектанты. Одна секта. Одна. Это только баптисты. Только баптисты, повторяю. Не надо, сидите спокойно, обойдутся. Другое. Показывает какая-то жатва Господня, кажется. Названия-то какие разные. И они идут мелко-мелко, идут в небо. Ваш телефон. Вот. Нет, нет, нет. Вот он мой. И они стоят там дальше. 7 человек в белом одеянии. Это сектанты. Не надо отвлекаться, это пустое. И они стоят, там, видимо, быстро глубина идет, и они стоят вот так вот, и выходят с берега трое в белом одетые, и к ним идут, на форуме у нас, я выставил все. И они к ним идут, и каждого берут двое, а один микрофон подносит к одному, а всем это слыхать. Исповедуешь ли Иисуса Христа, пришедшего во плоть, умершего за твои грехи? Исповедую. Веришь ли он умер за тебя? Да. Крещаешься, поднимает руку один такой веселый там, да с бородой. Эти уходят, а след идут еще трое. И вот так по трое идут. Одеяние такое благочестивое, сшитое. Мужчины там брюки белые, все это, ну, штаны белые и крестят. Сознательно. Это они их из разных общин набрали в одно место и здесь. Так это столько ли крестят? Так иногда крестят несколько тысяч сразу. Это разные секты, их тысячи сект. И по всему миру сколько они? Они все до одного могли быть православными. И показывают, священники вообще ничем не нуждаются. Бормочет стоит и все. Что говорит, делает? И вот в воду опустит руку, там крестит в воде один раз, другой. Батюшка смотрит, и а что это такое? Даже он сам делает. И... Ну хоть бы один правильно. Ну правильно бы.
Ребенок стоит вот так вот прям в воде. Ну, нагни его, он крестился. Нет, он ладошкой берет. А ведро, тут же ведром почерпнули. А что ведро-то, батюшка? Ну, вот взрослый пришел парень. И они его туда вот затолкали. И сверху воды это зелененькое ведерко у них. Ведром и поливают его. Когда канон у всех, там так нет канонов, они крестят полное погружение. Здесь каноны апостольские, все кверх ногами. И там неправильно, и здесь неправильно. Уж про католика говорить, я еще там из леи, из пипетки. Ну, это же явно что издевательство. Ну, так и наши православные батюшки тоже говорят, от количества воды благодать Божия не уменьшается. Ну, это сказал ты, поп, ты сказал, ты, погибший, волк. Но Дух Святой говорит, сошли оба в воду сошли. Что тебе непонятно-то? Оба в воду. И слово крещение переводится только погружение. Перевода нет никакого. Баптизантос. Нет другого перевода. Ни в греческом, ни в языке. Я говорю, как переводится? Он говорит, у нас слово крещение-то нет, а стоит погружение. Тауфен, немецким там. Баптизан. Все. У него слово погружение стоит. И он в это время портащит стоит. Да как громы не развернутся, как небо может смотреть на это? У русских и в славянском языке дается как бы предпочтение страданию. Крест, крещение, с крещением связано. Больше нигде такого перевода нет, ни в одном языке. Везде погружение. А вот мы считаем, где, а как в дело это притворить? Как? И вот Господь опять подвигает к нашим воротам стенобитные машины. Что тут будет в России? Да. Когда все кинутся раздирать ее на части. Это не Украина. На Россию пойдут миллиард, 2 миллиарда под боком. Одновременно пойдут мусульмане и все, и даже обороняться нет, даже никто не будет обороняться. И это к нам придет сюда. Непременно придет, потому что ну, море безумия в церкви. Я про государство не говорю. Они там за себя ответят. А вон начальник. Вот, когда Вали с артистом, дочка Татьяна, обращалась к Олегу Стеняеву с вопросами, и он там по поводу крещения, и он ей говорит, ну а если, там он отвечает, что ну, за это-то отвечает не ты, вроде как принявшая крещение, а тот священник, который не дал этого погружения. Сейчас у них там, у Валентины с дочкой продолжается это все. Это по порядку. Вот он ответил так. Как не крестят, поп отвечает. Ну, я согласен, я в больнице. Ну, врач как не лечит, он отвечает, ну, лечит-то меня. Да, она лежала у ней, там, раствор какой-то там, ну, что-то из звездка или что-то такое-то. И она ему в задний проход сделала, как он крещал мальчик-то, 7 или 6 лет. Тут уже сгорело, все, у него весь кишечник, все там пропало. Ой, не та банка, физиологический раствор должен быть. Она ему из звездки туда толканула или что там еще. Такое смертельное. Формалин. А? Формалин. Формалин. Ну я знаю, что это такое протравляющее. И что теперь? Тебе разницы нет, как тебя лечат? Я связан с ним. Его неправильное лечение – это моя смерть. А это лечение, это духовное рождение. А не важно, как рождаешь, через пятку или через нос. Не пройдет. Определенная муха должна быть, определенным местом. Духовное рождение. Разницы никакой нет. Это он может говорить. От толстого чрева не рождаются тонкие мысли. Безумие, безумие. Трижды безумие. Ну, я бы скажу. Ну, я говорю, ну хорошо. Вот он за это ответит. Но она-то остается. Во-первых, она не умирала в смерть. Она не умирала. А раз она не умирала, то она рожденной новой быть не может. Вот так оно и получается. А таких-то сколько их? Это все такие получаются. Символ воды – крещение. Ты умер, гроб, и в тебя захоронили. Да. Ты не в мавзолее. И теперь она оттуда, она рождается вновь, она рождается новое, духовное рождение получит. А там-то ничего не получается, она же не умирала. Вот и разница. Не умирала, то есть не погружалась. Она не погрузилась, она не умерла, у нее не омыта, она не омыта, не остались, не омыты ее грехи-то, они не смытые. Ничего. Ничего не было, не произошло ничего. И он оправдывает это безумие.
Ну, он так ответил, а тата теперь так и живет, и у них продолжается вот это все, продолжается по сей день. Валя уже говорит, прямо, ну, ей даже тяжело, трудно очень. И вот она вчера, 2 дня назад мы с ней разговаривали, а я говорю, Валя, ну тут, тут просто все. Раз она не погружалась, она не умерла, она не родилась. Даже если он так сам, ну, пусть он там священник-то когда-то где-то, он ответит за это, ну, не произошло ее-то крещение. Рождение. Рождения-то не было. Вот и разница. Я еще раз вернусь к 3-4 стиху и хочу задать вопрос. Всем ли понятно, о чем здесь речь? И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Да. Понятно то, что здесь, в принципе, речь идет о том, таинстве, настоящем таинстве, которое мы, перед которым мы более всего благоговеем, это страшные таинства, которые мы принимаем во время литургии. Вот здесь только что канон. Если бы это был не канон, я бы проверки не принял это. Что это за доказательство? И нигде на это намека. Пили из последующего. Какое последующее, когда вода была там? Она указывала на то, что дается благодать людям, Бог прощает. Апостол Павел перекидывает последующее, через 1600 лет, это последующий камень Христос, ниоткуда это нельзя видеть, но ему Бог открыл. Как бы это ни канон, никогда бы не принял, это выдуманное все. Но это Библия, я склоняюсь. Только одной верой я это постигаю и проводил. Да тут можно сказать не только последующего, но и предыдущего, потому что Христос-то был всегда. Да. Павел, он сам не понимал, что говорил. Это Дух Святой сказал. Конечно. Это надо принять. Следующий стих, 5. Но не о многих из них благоволил Господь, благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Толкование. Хотя Бог явил им много знаков в любви и удостоил их весьма многих благ, однако в большинстве их он не нашел угодного себе, не благоволил. Ибо отвергнуты были не все, но многие. Словом «не о многих» выражает ту мысль, что множественность их нисколько не послужила им на пользу, когда они со своей стороны не явили дел любви к своему благодетелю. Словом «поражены были» указывает на внезапную погибель их и на казни, неспосланные от Бога. Кто из вас видел собрание какие-нибудь на стадионе? Примерно, сколько тысяч человек? Разные стадионы. Да. Я говорю, самое большое, кто видел? Мне не надо разное. Максимально, кто видел одновременно, перед тобой столько людей было? Я на стадионы не хожу, на экране телевизора там десятки тысяч. Десятки тысяч, не знаю, сколько? А на Динамо, ну я не знаю, 1015 может было, адвентисты крестили, когда мы ходили. Ну сколько? Ну, количество людей, которые вы одновременно видели. Видишь, вот и все, простые вопросы. Ну, 500 000 никто не видел. Это глазом не окинуть. А 1 000 000? Нет. Ну и так дальше будем говорить. А 4 000 000? А это народ, который вышел из Египта. И Бог дает знак «спасутся» только 2 человека всего. Ну какой же это процент-то? 2. 600 000 их было, которые могли носить, и 600 000 только 2. Конечно, много людей, это приятно. И почему Златоуст говорит, не приходите в храм, вы раздеваете мать церковь. Мать одевается, ну нас много, мы как листики на теле церковь. А ты не пришел, ты хуже хама. Хам не прикрыл только, а ты раздел церковь, мать. Не пришел, когда в храм. Не пришел, ты раздевал в это время, ты однажды проникся в это. Я знаю, вот я буду тебе это говорить хоть 1000 раз. Все равно ты вечером не придешь в субботу. Не конкретно вам говорю, а те, которые не ходят. То ходит, тот ходит. И он не... Но ты один раз это услышал, ты можешь себе взять или нет? Всего-то 2 раза в церковь пройти. 2 раза за всю неделю.
Да и есть зачем пойти, отблагодарить вместе со всеми. Тут ангельский хор, говорит, и ничего нет. А какое множество? Я видел множество вот у Самоана, где у коптов, когда там под землей, это видел уже сам, поют, ну, это 20 тысяч, там 25 даже тысяч у него. 25, это такое большое, конца, кажется, не видать. А здесь 600 тысяч, и все мертвые. Два человека копошатся среди мертвецов. И за что? За язык. Они сказали, пойдем и победим. Все остальные поверили лжецам. Да там стены высотой до неба, а люди как деревья, не победить. Поэтому никогда не гляди на множество. Хотя бы один был истинно верующий, он абсолютно все миллионы осудит. Он на суде Божьем. Один. Но сегодня так, вот представь себе, мало. А сколько много мало? У тех, у которых сегодня, допустим, 10 тысяч, такие общины есть, то для него тысяча – это мало. А я им сравню, в одной пробирке микробов намного больше, чем во всей земном шаре за 100 лет. Там триллионы их. Ну и с кем сравнивать? Много там, говорит, где Бог. И там большинство. Да. Я вот сейчас пришла такая мысль. Вот если сравнить тех количество людей, которые отпали от тех вот занятий, которые проводились, и которые остались в нашей общине на сегодняшний день, они, наверное, ну, не меньше, чем осталось, чем сейчас в нашей общине. Однако это не говорит о том, что у них там истина. Главное – это быть рядом с истиной. Пусть даже 2-3 человека останется. Ну тут, понимаешь, тут счет-то как вести? Если вести просто по-земному, тогда арифметика приемлется. А если по-небесному, то, допустим, умер Иван Семенович. Но он никуда не умер, то он с нами. Да это так. Он никуда не уходил, он здесь умер. И сколько таких было-то у нас? Тамара, где она? Я и не говорю, он умер. Я дальше хочу сказать. Тут она находится. А теперь те люди, которые уехали, ну, плотников в Грецию, никуда не уехали, они с нами. Она полностью здесь. У них жизнь такая пошла, там, к родственникам поехали. Возьми все, которые по разным странам мира разъехались от нас. То замуж вышли, то в Америку, то во Францию, то в Бельгию. Вот. Это люди наши. Так это еще не все. А сколько через наши проповедь другие по другим странам, по другим районам обратились, которые звонят, которые поздравляют, которые с нами всей душою. Прямо, ну, даже мечтать боязнь, не мечтать нехорошее, думать, что они у нас в общине. Так этих-то когда взять людей, так это не 2, не 3 человека. Беру свои слова назад, если учитывать этих людей. А то говорят, а вот много ли верующих? Я говорю, как считать? Вы хотите быть в аду? Нет. Значит, вы не с теми, которые умерли без Бога. А у нас умерли Иоанн Златоуст, Василий Великий. Он с Богом в раю, я хочу быть в раю. Мы не раздельная церковь, небесная и земная. Да кого больше-то? У нас все живы, у Бога все живы написано, все. И поэтому Божья Матерь, Екатерина, Великомученица, Варвара, это все с нами вместе. Мы на небо стремимся, они уже там. А ты-то в ад не стремишься, а их там много. Ты с ними раздельный, вас рекорд-то, который здесь, я говорю. Мое стремление их сродняет со мною. Вот так считаю. 6 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Толкование. Как благодеяние, так и наказание иудеев были образами. Показывает, что грешники из христиан не только будут наказаны, но гораздо больше, чем иудеи, поскольку благодеяния сих были образами, а благо тех – истина. И как в дарованиях преимущество на стороне христиан, так и в наказаниях. В словах «похотливо на злое» говорит «вообще о всяком зле, ибо всякое зло от похоти» Иакова 1:14-15. Потом выставляет и некоторые виды зла. К чему же они были похотливы? Они требовали чесноку, мяса, особых богов, как и сам апостол далее указывает на их идолослужение. Мне вопрос вчера по интернету задают. Вот ветхозаветные праведники и новозаветные. Кто был духовнее? Имели ли те ветхозаветные Духа Святого?
Вопрос? Вопрос очень серьезный. Никакого сравнения новозаветнего нет с ветхозаветным. В Ветхом Завете все было тенью. А у нас тело, посланник евреям Павел говорит, то была тень будущих благ, одна тень только вот отпадает, и другого названия. Так, а те сидели, говорит, во тьме и тени смертной, и к ним пришел Христос, а с нами свет истинный, который воссиял для нас. Ходите, дети мои, во свете. Я свет, Господь говорит. Мы находимся во свете. Такое ветхозаветнее. Были они в духе истине? В духе они были, а в истине не были. Как так может быть? Ну, Бог ищет поклонников в духе истины. Они духовно соприкасались с Богом Иеговой. Они верили в этом. Они чувствовали Его. Пророки чувствовали. Но они были не в истине. А почему? В образах. Образ ягненок был. Это не истина. Ягненок был всего лишь тенью, что в ягненке преобразовательно была жертва Иисуса Христа. А мы в истине, мы непосредственно поклоняемся не ягненку. Почему в виде ягненка запрещено рисовать Христа? Запрещено. Специальное правило каноническое. Запрещается его рисовать. Вот и все. Значит, новозаветие несравненно духовнее, несравненно выше. И они берутся за такое, о чем ветхозаветие даже не помышляли. Иоанн Златоуст говорит. Так что, вы выше пророков, да сравнивать даже не надо. Многие пророки хотели, говорит, видеть то, что вы видите. И слышать то, что вы слышите и не слышали. Зачем это Господь говорил? То есть они желали этого дня. Приведенное место, это нам, достигших последних веков, я вот часто им пользуюсь. Все ветхозаветнее надо рассматривать в новозаветнем духе. Все абсолютно. Ну а как? Ну, сектант говорит, да я это все выдумка. Я говорю, ну а ты веришь, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Ну так написано. А кто слово был Бог? Ну, Бог. Ну кто именно? Под каким именем его? Он даже это не может назвать. Говорит, Иисус Христос. Вначале слово, то есть Иисус есть слово, и он был у Бога Отца, и это слово стало Богом и обитало с нами полной благодати и истины. Понятно? Слово, слово. Ему имя слово в греческом языке логос. Логос. Почему Иоанн называется богослов? Он впервые Бога назвал словом и дальше о нем говорит. Но это не все. Ты продолжаешь дальше рассуждать. А в Ветхом Завете слово было? Ну, конечно, было. А где оно было? На скрижалях. Что-то непонятно-то. На скрижалях Бог написал. Написал рукой свою. Начертал-то. Но Моисей эти скрижали ахнул и разбил, когда люди совратились. И когда он вернулся назад, теперь он зубилом сидел, вырубал то же самое. Переписывал заново-то. Зачем он разбил, непонятно. Это образно сказать так. Ну я ушел, оставил, тут все у меня нормально, ребятишки играют. Я пришел, ребятишки, что попало делать? Я так бы разогневался, да взял и Библию разорвал бы и бросил. Ну и кто скажет, это нормально или нет? Ну Библию-то за что ж ты? Что ты такой? Библию-то. На днях один человек у меня здесь близко знакомый, это у него компьютер не ладится. Но когда он покупал, я сказал, будьте осторожны, он очень нервный, то есть дурной. Здоровый, крепкий мужчина. Если не по его, он сразу разводится, там меняет и изломает и все. Ну и правда, он раз вызвал, а вызвать программиста, что-то это, 600 рублей. 500. А? 500. 500 рублей. Вот. И у него денег много на это ушло. И он в следующий раз вызывать еще нету. Он пошел на кухню, достал топорик, которым мясо рубит. И давай кромсать этот процессор. Изрубил монитор. И больше всего не может рубить. И никак не может клавиатуру изрубить. Тогда я перевернул, только тогда разрубил. И столик, который купил для него, и столик в дребезги разнес. Это верующий. У него кумиром Осипов. Осипа, все, можно бриться, можно курить, и он такой и есть. И Моисей-то разбил скрижаль. Чем это лучше-то? Причем тут уникальнейший был материал. Бог сам написал. И Моисей разнялся, ахнул, и все, только, как говорится, осколки полетели. И теперь, когда кто слово, я спрашиваю сектанта, вы согласны? Ну да, тогда, ну как там, там называется слово. Вначале было слово, слово было у Бога. Так, там были, это образно там было. Те скрижали, говорили о Христе. Почему оно было в алтаре и хранилось? А хранились где скрижали? В ковчеге. А Христос где был? А где он был? В чреве Девы Марии. Ковчег указывал на Божью Матерь. Да вы что? Ну, конечно. И надо, не надо исследовать, как она могла родить, не зная мужа. Это ее дети были. И вот жители Бевсамиса не порадовались. Они решили заглянуть туда, что там есть. И они заглянули, и что получилось?
50 тысяч, кажется, 70 человек Бог убил сразу. Они ничего не делали, они просто заглянули в этот, ну, ящик, так назовем его, это нижняя часть комода. Там ничего нету, лежат какие-то камни. Но Бог тоже начал поражать. Какая болезнь была, сегодня врачи что-то нашли бы все равно. Мгновенно нашла чума, скажет, с той стороны завезли заразу, карантин не проработали. Надо было сначала месяца три продержать вообще в каком-то креолине. Ну, что-нибудь придумали бы. Вот и все. Образ ковчега Божья Матерь. Не исследуй ее, не заглядывай туда вовнутрь. Она родила его бессеменно. То есть не было мужеского семени. Она родила от Бога, и поэтому склонись перед этим. Она пресна Дева Мария, всегда не было у нее детей. Иначе Бог убьет тебя. Понятно? И по-другому не будет. Переворачивать Деву Марию не надо. Ее видно с одной стороны. Когда ковчег наклонился, Иоза пытался, что он перевернется, Бог сразу убил его. Что непонятно-то? Ковчег неприкасаем, Божья Матерь неприкасаемая. И гляжу, мои сектанты, что интересно, руководитель, но мало того, книга такая у него вышла. И вдруг на днях выходит его жена на меня и говорит слова: вы знаете, моему мужу откровение было, что за умерших молиться может. Харизмат, руководитель, на весь мир известный человек, ему на этой неделе откровение было от Бога. Я говорю, вот это да, вот это порадовало на меня, а я за нее все время молюсь. А как узнали? Так это человеку невозможно перейти, а для Бога все возможно. Он это все к Богу отнес. Ну а церковь все это не знала, чего воевали-то с этим-то. В 21-м столетии только начали разбираться, что покойникам помогают. Ну как же не помогают-то? Златоуст, говорит, помогает. Пятая глава Деяния апостолов. Так все-таки пророки ветхозаветные, они были движимы Духом Святым? Конечно. То есть Дух Святой присутствовал? Дух Святой в определенной мере на пророчество. Да, именно не в полноте. Как только не в полноте. Потому что когда говорится об апостолах, написано, Дух Святой еще ни на кого не сходил. Не сходил. Они еще не принимали. И когда Господь дунул, они получили Духа? Получили. А кому? Кому простить и проститься, чтобы за это время кто-то будет умирать до Дня Троицы-то, чтобы священники могли прощать. Да. Дал власть прощать. Но еще заскучали, не обремененные грехами. Вы почиваете на скамейках, как святые в раю. Все заботы отошли. А этот, говорит, разлегся, как Адам под яблоней. Так после трапезы это кровь так к желудку отливает. Да, это так. Самый главный орган после трапезы – желудок. Меня сильно упрекают за то, что я молюсь за Путина. Да вы что? Я говорю, я обязан это делать. Она вместо Путина будет Гитлер. И за Гитлера я должен молиться, за Муссолини, за царя японского Хамасаки там. Я должен молиться за царей, за начальствующих. Я обязан. Что я неправильно сделал-то? Я молюсь за Юлию Тимошенко, за Турчинова Александра. За этого, за Яценюк Арсения. Я за всех молюсь. Каждый день их поминаю перед Богом. Я хочу, чтобы на Украине был мир. Да. Чтобы нас пропустили. Разумею, Господи. Грохнешься на пол. Давай дальше. Тут я, когда Николай это на консультацию к невропатологу устраивал, ну я говорю, они опять собираются вот ехать через Украину. Он говорит, ну, экстремалы. Экстремалы вы! Нет, мы не экстремалы. Ну, если по той, то да. Но мы делаем это для Бога. Я думаю, сейчас мы заходим. Там очередь. Мы проходим. Может обойти в Украину через Крым теперь? А через Крым куда? Полуостров. Куда? Заеду на него, а потом куда? Опять же сюда и выше. Ну, нет, в эту, в Грецию это через... Ну, когда? По морям там не ходят. Там не нет, ходят? Нет, нет. Это 1000 километров. Там не хватит тугриков. Только через Украину. Или разворачивать назад, идти на Белоруссию, через Белоруссию и тогда дальше на Румынию. Но мне хочется сократить это время, и мы просто им покажем, что мы не враги. Тем более я вам покажу им свидетельство реабилитации, что от этого они-то против сатанинского советского режима, те, которые бандеровцы называют, я готовый бандеровец. У меня свидетельство, что меня советская власть гнобила. Я им покажу это. Кого вы не пропускаете? Это я ваш? Я вообще бандеровец нашелся.
Ну, по-моему, никто не ну, потому что меня гнала советская власть. Я не в полном смысле, понимаете, духовно. Да. Что я не друг советской власти был. Она меня давила, била, и вы меня еще преследуете. Так вы что, коммуняки какие, коммунисты? Я думаю, они поймут, меня должны пропустить. Так они заставят вас процитировать их лозунг. Что сделать? Ну, процитировать их лозунг. А какой? Ну какой там, про Украину-то, которая они всех там на Майдане так говорили. Ну, меня не касается, я верующий. Да, если вы бендеровец. Верующий, церковь вне мирской политики, меня это не касается. Я не могу ни русские лозунги никакие говорить. Нигде. Я могу только молиться, я за вас молюсь. А вы не пропускаете, вы грех берете на душу. Пропустите, я вам книжек дам. Нужны они, книжки эти. Они их сожгут вместе с покрышками и все. Ну, так будет так. Я так думаю. Если только дойдем до туда, я дальше буду пробиваться. Матерь Божия, покроем опору. Да помоги Господи. И когда мы пройдем, и осенью вот так вот сядем, будем давать отчет, если живые вернемся-то, вот будет интересная встреча. Это только Дух Святой вас проведет там. Это встреча, которая, ну, то есть устроить этого это невозможно никак. Я больше всего беспокоюсь, как мы по центру Европы будем, там мелкие государства, и везде пройти надо будет. Задержка будет. Месяца вам может не хватить. Да. Ну, я на мелкие государства только Новый Завет буду давать, трехтомник, для Слова Божия не туз, и письмо православия. На Украине задержат. Давай. Главное, Англию пройти нам, тоже там было. Там я сразу потянусь в Шотландию. А Ирландия там на острове уже не поедем. Я передам книги через кого-то. Очень ревностно Финляндия показывает себя. Уже встречи готовят, кому нас повезут, где выступать, какая обстановка, уже все обрисовали. Франция сделала запрос, мы уже нет, останавливается, новенькая одна там во Франции. А одна, заезжайте ко мне, отец у меня француз, но он такой добрый, он вас примет, уже я уже договорилась, пожалуйста. Нет у нас остановки только в Испании. Ну, Мадрид, библиотеки. Нас этот Мадрид не раз взбодрит. Там очень такая прокатолическая обстановка. Да. Иду, я иду на самое простое, как в Потеряевку съездить. Второго мая, чего мы на себе стоим? Ой, Бог, моя семья. Да. Седьмой стих. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть и пить, и встал играть. Сначала касается тех, которые ели в капищах, и показывает, что как израильтяне от чревоугодия не спали в идолослужении, ибо составив хоры около тельца, они играли перед ним. Так и вам, по чревоугодию вкушающим идоложертвенное, угрожает опасность сделаться идолослужителями. Где же посему твое мнимое совершенство, когда ты близок к идолослужению? Как близко? То есть, само по себе вот это чревоугодие уже есть идолослужение. То есть чрево становится идолом. Не по убежденности, что эта партия хорошо, а просто там дают паёк такой в столовых, везде хорошие, льготы какие-то. Это идут за льготами, за пенсиями. А то вот и есть чрево. Не надо на это смотреть, а то не проживешь. Вот сейчас у меня, я стал смотреть, сейчас не знаю, в каком-то томе здесь написано. А баптист один говорит, там, кажется, Азаров Михаил. Его старшим пресвитером хотели поставить. И все его уговаривали. Уговаривали свои старшие пресвитера. Мы хотим сильно. Мы с уполномоченным договорились. К уполномоченным по религиозным культам. Но только договорились, когда в кабинет ходишь, сразу встань на колени. Чтобы там встал на колени. Уполномоченного. И сказать, что я хочу быть там. Подпишешь бумаги там. Иначе наши баптистские общины закрывают. Ну и там еще один Духонченко приехал. Вот такой, отсидел 10 лет. 5 лет, кажется, выставки было. И он тоже старший пресвитер, и меня, говорит, к нему повезли. И он говорит, ну ничего не сделаешь. Ты только как сейчас поставишь старшим пресвитером, ты только портрет Ленина, чтобы дома повесил. Да как же я могу повесить? Я говорю, такие люди, столько, такие жертвы. Ну нельзя по-другому, ты и дети твои. Ну он говорит, как я могу детей-то воспитывать, когда у меня идол будет висеть-то? Они в него вцепились свои, он очень талантливый, он нужный, а поставить его никак не могут. Он никак не покоряется.
И они тогда сидят уполномоченно, когда принимают, вот видите, вот вы за него ходатайствуете, видите, какой непокоривый. Он говорит, под столом рукой, я гляжу, он мне баптистский старший пресвитер машет рукой, на колени, встань. Всего-то ничего. Они придумали ритуал принятия. И третья попытка, и тоже. А мне это известно. Меня в священнике, когда пытались поставить, точно такая же история. Уж Бурдин, отец Николай, да тут делать нечего, у меня уполномоченный, вот. Он сейчас только позвоню поставить. Я говорю, не поставит он меня, в священнике нет. Ну ты-то согласен? Я говорю, ну попробовать можно. Он позвонил, тот правда согласился. Он говорит, ну я же тебе говорил. Так, еще звонок. Так, а кого ты хочешь рукополагать так это? Да у меня тут знакомый это приехал. Ну ты-то мне-то должен сказать, раз я должен добро дать-то. Да с Алтайского края тут. Ну кто? Да Лапкин Игнатий. Лапкин? Это в Красноярске было. И слышал, он сразу помрачнел, покраснел там этот Бурдин-то. И все. Трубку положил, я гляжу, другой человек. Ой, как такого я даже не встречал. Он же вас никогда не видел, я говорю, не знаю. Ни под каким видом, ни, даже близко, чтобы не было. А он-то уверен был, что уже всегда дверь открыта. Но при одном моем имени. Вот Надежда Васильевна ходила, когда нужно было причащать в этом доме инвалидов-то. Он согласился, бабушек переписали, что надо сделать, уполномоченным сделать. Но только в конце уже спросил Седишев Александр Петрович. А потом был Лисенков Геннадий Иванович из Москвы, здоровая дубина такая. И только спросил, а вы чьи будете? Дальше расскажи. Он говорит, а ваша фамилия как? Я хотела сказать, Шадрина девичья, со мной сидели еще есть люди, я говорю, Лапкина. Девичья фамилия хотела сказать. Лапкина, как вот так соскочил, я аж перепугалась, как по комнате забегал, с криком с таким, ни за что, никогда не пущу я священника туда, не разрешаю. И куда, инвалидов, и больных почистить? Ты сам кричи. Ой. Не рукополагать, а ее, то, что она Лапкина фамилия-то. Я никогда не пойду туда. Инвалидов причастить. Со священником договорились, с директором инвалидной этой колонии договорились. Но фамилия, раз там я жена замешана, фамилия, ни под каким видом. То есть, видишь, у них ну, то есть такая реакция. А ему докладывали, красная потому тряпка. Что о тебе всегда. Да. Да он в церкви такой беспорядок наводит. А он, ну, я, ладно, он порядок. Ладно, ладно, это и хорошо, что я остался здесь. Меня бы все равно выгнали и был бы поп растрига. А я так полновесный сторож. Полновесный, 100%. Меня не выгнали, ничего. Сторож и печник 100%. Восьмой стих. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Это столько блудников было сразу. И как хитро-то они сделали. Нашлись у них там свои идейные с той стороны и говорят, Израиль непобедим. В одном случае такая можно... А какой? Чтобы согрешили. Бог с грешником дела не имеет, он сразу от них отступит, и мы тогда задушим их. Ну а как грешить заставить-то? А какие у них грехи? Перечисляйте заповеди, они всему миру известны, там, чти отца и мать. Но я не могу подойти и сказать, иди на отца воюй. И наконец они нашли седьмую заповедь. Выставить самых красивых девушек, бесплатно, красавица одета по-еврейски, что они любят-то? Черноокие девицы, но только одно, будешь заходить когда к ней в шатер, вот здесь мясо лежит, положи на жертвенник. Это в честь Ваала. Пойдут, пойдут. Девка все может сделать. У ней большая власть над юношей. И они так и сделали. Весь Израиль начал грешить. То есть юноши. А те вышли к шатрам. Все они только выходят куда-то. А они рядом, соседи их. И они везде больше ничем не занимались. Все силы брошены на украшение своих девиц. Какой аромат там они напустили. Что там было? Она мигает ему. Она крутится перед ним. Все заходит. Голову потерял. И началось поражение. На фронте, везде. Раздробление голов, отрубают руки. Что делать? И только Финиас один. Они молятся, весь Израиль рыдает, а там княжеский сын заходит, и там нашел тоже княжну. Князь и княжеская княжну привел себе в шатер. Смотри, фанатики. И зашел. Он ни слова не говорил, взял копье, зашел, и одним ударом, как бабочек, пригвоздил двоих. И сразу голос Божий, вовек не забудется это, снял позор. И началась паника в этом. Все блудницы выскочили, все кончилось. И Господь говорит, вовек не забудут этот удар. Все время от тебя будут священники, даже нигде не будет от тебя будут. Из поколения в поколение. Значит, нужно выйти, как Наполеон говорил, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Не сиди, не молчи, скажи свое слово. Мы сказали, вот перед нами слово.
Не умолчали, уж что Бог даст. Которые воюют, они ни одной книги не прочитали. Сколько книг прочитала-то? Все. Вот. Возьми ее. А то у меня такая была на суде, тетя Тоня Бакланова. Она одна прослушала все пленки, какие я насчитал. Но это не меньше, чем книги. Я тоже прослушала. Насчитать было, конечно, трудно, но это легче, чем напечатать. Слово, а теперь отпечатать. Я же тоже прослушала. Сколько прочитала? Ты глаз не сегодня? Трехтомник. Трехтомник, вот это тоже есть. Сколько прочитала? Мало прочитала. Еще раз, думаешь? Мало прочитала, говорю. Не все. Не все. Сколько? До 17-го тома дошла. Вот и много, конечно. Ну, а там я не буду спрашивать, наверное, чтобы не тревожить. Пусть почивают, спят. Нет, она читает. Сколько прочитала? Штук 6. По порядку, все, отвечайте. Полностью и те частицы. Единственное, кто может не ответить, это Вася. Читаем дальше, Игнатий Игнатьевич. Давай. Восьмой стих. А, ну вот толкование на этот восьмой стих. Опять упомянул о блуде, что через постоянное обличение сделать слово свое более действенным. Этот грех также рождается от чревоугодия. Когда же погибло 23 тысячи, Когда по совету Валаама, жены Мадиамские явились при ополчении, завлекли к себе юношей и через блуд склонили их к принесению жертвы Ваал-Фегору. И погиб народ, находившийся в ополчении. Числа 25 глава, с 1 по 9 стих. Ремарка Иглы. Проповеди современных пастырей не имеют в себе соли. Никого не трогают, поэтому никого и не врачуют, не воскрешают. Необходимо через постоянное обличение сделать слово свое более действенным. Девятый стих. Короткий стих и короткое толкование. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Толкование намекает на то, что коринфяне, требуя знамений, искушают Христа. Далее. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. То есть от некой поражающей силы, числа 13.37. Этим намекает им на то, что они среди испытаний не имели великодушия, но роптали и говорили, когда же придет счастье, когда же минует бедствие. Вот самое главное для христианина – это вот быть благодарным за все. Я всегда возвращаюсь к этому акафисту, слава Богу за все. Какой чудный акафист! И постоянно всем о нем говорю, когда вот кому благовествую обязательно. И самое распространенное в народе. Вот есть люди, которые действительно, вот такое выражение, оно существует, ропщущий противен Богу и людям. Правда, вот мне трудно находиться с человеком по имени Василий, который мой сосед. Он 3 этажами выше живет. Как только с ним вот встречусь, и все, он проклинает правителей, и все плохо, и погода плохая, и все не так, и правителей нашего края, и все плохо. С ним просто находиться рядом, вот это вот, как, вот просто вот как будто на тебя какой-то поток грязи изливается, и хочется обмыться и избавиться от этого потока. И как приятно, когда человек постоянно благодарит, когда с ним легко вот находиться и чувствуешь себя комфортно. Когда... Слово материально. Да, конечно. Но еще по этому поводу что можно добавить? Я, по-моему, ничего и не добавишь. Тут просто нужно всегда быть благодарным за все. Особенно в миру распространено это вот о погоде. А погода, солнце плохо, потому что засуха, потому что все нужно поливать еще больше. Дождливо опять плохо. Снега много, плохо, снега нету, плохо, и все плохо.
Так кто знает Акафист, слава Богу, за все? Как знаете? Наизусть, что ли? А? Наизусть, что ли? Да нет. Они же не считали. Ну, конечно. Так, кто не считал ни разу? Никто. Тут еще вот что. Этот Акафист проникнут весь светом любви, радости, благодарения. Сегодня его какому-то приписывают, там Филопею, написал его Григорий Петров за короткое время перед расстрелом в сталинском лагере. Находясь при смерти, и он такую песню лебединую исторг из себя. Вот еще что самое-то здесь важное. Находясь перед смертной казнью. Да. Да. Находясь в лагере, после этого каноны его скоро расстреляли. Да. А сегодня каких-то там авторов подписывают, ничего подобного. Вот как «Печаль сатаны», там Брэд Стокер пишет, это Мария Карелли написала. Это по стилю, по всему сегодня все знают. Это тот про Дракулу писал, этот людоед-то. Это не Калигула, как говорил этот, это Дракула. Дракула. А Калигула-то выдумано, это про Цезаря. Еще там такого не было, красный башмачок. У него этого не было. Это все, что на него говорят, это вообще не существовало. Слишком он высок был для всех, и перед его образом все меркли. И поэтому такая ненависть идет, как вот на Джона Кеннеди. По сегодняшний день льют и льют и льют. Уже убиты, все. А они-то эти-то, остальные-то никто. Он единственный, кто не почтил масонов и всех президентов. Один католик был. А Петров был православный? Да, священник. Православный священник, вот и что, главное православный, в лагере, не зная, что он приговоренный, и он такое сумел написать. А в какие годы? А? Какие годы? Годы, не знаю, может быть, 27-й, где-то в эти годы, где самый большой разгул был. Но не 37-й, это раньше. У него был успех огромный, он проповедь живая. У меня вот для Кисленного православия, и там у него есть небольшой отрывок, его письмо в конце. Что у нас, говорит, на Руси не царство Христово строят, а царство попов и монахов. Абсолютно точно. Будучи сам попом. Да. Так у него, говорит, когда к нему народ съезжался, он вне церковное богослужение, пролетками там не пройдешь, говорит, целые кварталы заставлены были. Но машин-то не было тогда. У него большие труды. Все приемли до одного. Он не реформатор никто, просто... видел беду. И он говорил об этом. А то, когда подлизываются, такие проповеди говорят, поддержать господствующий строй, даже убийц, ну, как сейчас Сталин умер, когда Алексей I Симанский-то у гроба стоит и говорит, какая большая нравственная сила там ушла и прочее. Ну, все скажешь. Богоданный правитель. Ну, кто тебя заставлял это говорить? Ну, не сказал бы, и прошло. Многие храмы зарубежной церкви разрешили при Гитлере открыть. Ну, благодарение Богу. Анастасий митрополит был тогда, он выразил благодарность. Так ведь на пленку все засняли. Как он там с гауляйтером стоит, раскланивается и прочее. Ну, этого могло и не быть. Ну, это не сотрудничество. Это, естественно, я благодарю Баварина, что помог получить этот дом. И даже посовался. Ну, что в этом такого-то? Это добро, благодарение Богу, благодарность. Но его и за это долго. А у него за ним еще не было. Это человек, который себя не запятнал сотрудничеством с гитлеровцами. Сотрудничество. Я говорю, ну и какое? Никто не может сказать. Нет, ни документов, ничего не было. А он молился за победу его оружия. Ну, раз там он живет, он молился за победу. Касаткин, Николай Японский, когда началась война с Россией, он своей пастой прямо сказал... молитесь за победу японского оружия. И пошел к себе в келью. А уж он там молился за кого, никто не знает. Ну, думаю, что за русское оружие. Но молитва была сильнее, Япония победила Россию. И вот сегодня кто-то сказал бы, молитесь за победу фашистского оружия. Он и сказал так. Потому что Россия была оккупирована большими врагами. Уничтожался народ, церкви. А как он должен был сказать? Никак. Вот никак бы это лучше было. А он сказал именно благословение вам, и желаем скорой победы над коммунистической чумой и прочее. Ну, я своими словами говорю. Время, Игнатий Игнатьевич, помолимся. Господу Богу помолимся. Милости выпросим.
Боже милостив, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисленно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Воскресший Господь и Бог наш, Иисус Христос, мы просим Тебя. Помоги нам запомнить все, что мы слышали из Слова Твоего. Благослови нас. Ты знаешь наши желания исполнить это благовестническое путешествие. Пошли все необходимое место, где мы должны остановиться, и добрые жители вселения наше. Дай нам еще священника и место для занятия, если это угодно воле Твоей Святой, и распусти нас с миром. Да будет благословенно это место, на врагов пролей милость, правителям дай страх, священникам, епископам, патриархам. Укажи на путь истины, безропотного служения Тебе. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Христос, давайте попоем Христос. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. В прошлом году мы 10-го, то есть 9-го провели перед польской границей и ждали 24 часа. У нас 10-го разрешалось шенгенскую зону. И мы стояли почти день, раньше прибыли, и стояли, и ждали. Польшу, чтобы зайти. И как только 24 часа начали запускать тогда. Указано. Никаких. А нынче, это 10 июня, день моего рождения, я встретил пересечение границы. А нынче 10 июня, у меня пересечение границы Великобритании. Если Господь помоги, Господи. А позапрошлом году, я тоже не знаю, где-то в путешествии был. Во! Даты какие. Батюшка смеется, в Канаду. Батюшка, обойдемся без этого. У нас все кончилось. Книги кончаются и ехать еще будет. Давайте. Закрывайте там, сестры.